Вітаю вас. В ефірі програма «Вимагайте правди» та я її ведучий Сергій Нікітенко. Сьогодні у нас в студії гість, помічник народного депутата Олег Зайченко. І відразу перше питання до вас, як до одного з найвідоміших редакторів комунальної газети «Херсонський вісник» щодо ліквідації цієї газети. Ви чули, да, про те, що депутати перестали фінансувати цю газету. Ну, була така гучна ця історія, і цікаво було б почути вашу думку. Ну, я ще, коли був редактором газети «Херсонський вісник», це було 2000-2002 рік, висказував мнение, що газету потрібно реформувати. Реформувати її в такий, як би, вісник-бюлетень, де не будуть печататися політичні статті або там общественно-значимі статті, а буде печататися исключительно інформація, которая касается официальной деятельности Херсонского горисполкома. Постановы, там, решения, ну и прочая документация. Возможно, он бы изменил формат, был похож на галатские контракты. Это нужно было сделать с точки зрения законодательства, потому что ну, неопубликованный документ не вступает в законодательную силу. Ну вот как-то прошло уже столько лет, а идея не реализована. А сейчас я считаю, что... ну, каждый проект имеет свое начало и свой, собственно говоря, конец. Вот так, так все проекты имеют какой-то срок своей жизни. Я был депутатом в 91 году, когда создавался «Херсонский вестник». Я участвовал в создании. А сейчас я считаю, что в связи с развитием техники, вот у вас в руках стоит гаджет, да, и очевидно, он в ближайшее время будет все-таки в руке даже каждого пенсионера, этот гаджет, да, мой отец, ему 72 года, он активный пользователь интернета. Он все новости читает в интернете, практически перестал смотреть телевизор. Все новости черпают с интернета. Поэтому мы придем к тому, что у каждого гражданина Украины, видимо, будет не один, а два подобных прибора в руках. И всю информацию он будет получать не с бумажных носителей, а с электронных. Можно, конечно, сказать, проще, берегите лес, да, берегите на планшеты, да, вот. Поэтому в любом случае история газет, она будет трансформирована, а история коммунальных газет будет, видимо, трансформирована быстрее. Поэтому никакой драмы в том, что «Херсонский вестник» будет закрыт, я не вижу. Очевидно, это просто такой историческо-технический ход. А кроме того, вы знаете, вот существование коммунальных газет накладывает на них некоторую внутреннюю цензуру. Потому что когда я был редактором газеты «Херсонский вестник», если не изменяет память, было около что-то 70 депутатов. 76. 76, да. А когда я был депутатом, было 226. Ну, то есть вот 76 депутатов, они являются вообще, учредителем «Херсонского вестника» является городской совет. То есть фактически учредителем громада через депутатов. И вот каждый из депутатов считает своим долгом, это действительно его долг, внести в газету какие-то свои мнения и замечания. Это вот там 76-54 человека считают, знают, как выпускать газету. Поэтому с точки зрения редактора это очень непростая вещь. И там, вот, знаете, никогда не будет острой информации, которая нужна читателю. Потому что... Да, там будет информация, которая потребна замовнику. Будет та информация, которая потребна замовнику, да. И поэтому вот не надо мучиться, вот не надо мучиться, не надо изображать из себя газету, потому что никогда не будет. Нужно просто, вот мое мнение, перейти на печатание бюллетеня официальной информации. Вот какой он будет, в каком размере, там, это все техническое условие. Ну, как газета, просто время ее закончилось. Зрозуміло. Олег Григорьович, ви один із небагатьох херсонських політичних діячів, яких можна назвати філософом. І фактично нам цікаво дізнатися, ми в цій програмі часто розмовляємо про корупцію з політиками, і цікаво її соціальне джерело, на вашу думку. Ну, вообще, вы знаете, вот коррупция такое действие вообще обоюдное. Один дает, другой берет. Вот если кто не давали деньги, коррупция умерла сама собой. То есть источник коррупции не только в чиновниках. Основной источник коррупции вообще лежит в общественных представлениях. Ну, никто же не заставляет давать деньги. Ну, очень редко взятку вымогают на самом деле. Очень редко ставят такие условия, когда вот заставляют нельзя не дать. Обычно большинство вот, взяток даются добровольно. Добровольно. Ну, и это, видимо, такая, как бы,
социальная черта общества, которая, ну, досталась нам, видимо, в наследство от тотального дефицита, которое было в Советском Союзе. Ну, я думаю, что оттуда идут корни основные. Поэтому коррупцию нужно побеждать все-таки двумя путями. Первое – это то, что сейчас делается, антикоррупционное законодательство. И все-таки вот такая просветительская деятельность среди людей, населения, которая говорит, что коррупция, она все-таки это носит мощнейший разрушающий характер. И такие плоды такой просветительской деятельности есть. То есть общество трансформируется, меняется. Вот есть отец Игорь, да, который был в плену у россиян на Донбассе. Вот после плена ему там, он стоял в очереди на субсидию, ему там предложили дать шоколадку и пройти очередь быстрее. Да. Но он сказал, что никаких шоколадок не будет, развернулся, встал, конец очереди. То есть достоял честно до конца. То есть вот общество все-таки меняется. Вопрос же не стоял, что на самом деле в шоколадке, а вопрос стоял на самом деле в отношении, что вот коррупция не то, что жалко, вот просто это нельзя делать и все. То есть вот должен быть какой-то моральный барьер для коррупции, понимание, что вот это, вот она, еще раз повторюсь, носит мощнейший разрушающий характер. И если бороться как бы не с нижним уровнем коррупции, с ним нельзя бороться, нужно только менять понимание в обществе, менять приоритеты. А с верхним уровнем коррупция всегда возникает там, где есть монополия. Там, где нет монополии, не бывает коррупции. Вспомните наш Укртелеком. С людей на всякий случай вымогали достаточные деньги для подключения дополнительные были услуги, так называемые, для того, чтобы подключиться к телефону. После входа мобильных операторов, когда возникла мощнейшая конкуренция между мобильными операторами, как-то и коррупция исчезла сама собой в Укртелекоме. Да. И такое ощущение, что на грани исчезновения самого Укртелекома. Но мы все это помним, когда для того, чтобы протянуть телефон в дом, народ нормально шелестел деньгами для того, чтобы установить дома телефон. Монополия – это равно коррупции. Вот и все. Поэтому, если мы говорим о чиновничьей коррупции, ну, видимо, нужно убирать эту монополию, насколько ее возможно. То есть передавать все... Передавать часть к тем полномочий, которые возможно передать сторонним подрядным организациям. Ну, так называемый аутсорсинг. Ну, это очевидно, потому что и сокращать чиновничий аппарат надо, и работа будет эффективнее производиться. Когда есть конкуренция, работа всегда идет эффективнее. Всегда. Мы тут можем прийти к коммунальным предприятиям, большинство из которых работает, но не очень эффективно, так прямо скажем. А те предприятия, которые работают на подряде, и которые за этот подряд борются, и самое главное, что могут его потерять, вот сама потеря подряда побуждает к таким, ну, более-менее грамотным действиям. Вот, ну, в любом кафе нет коррупции, правильно? Ну, вы же не платите деньги, что вы принесли чашечку кофе, да, какую-то, но она отсутствует, потому что есть конкуренция. Ну, это у стосунках клиента та персонал, да, серед персоналу там також є корупція і все інше. І взагалі, ну, ми ж розуміємо, що корупцію побороти взагалі, ну... Ні, корупцію побороти, ну, треба бути чесним. Корупцію побороти нельзя окончательно. Корупція существує стільки, скільки существує человечество. Якщо на глиняних табличках, найдених в Вавилоні, есть уже рассказы о том, как боролись с коррупцией в понимании того времени. Там боролись быстро, но, видимо, неэффективно, раз она дошла до наших дней. Вопрос, что нужно максимально снизить эту коррупцию, максимально. Полностью удалить ее не удастся, но это очевидный факт. Ну, вы специалист в информационной политике, и цікава ваша думка щодо подій у Генічеську, да, и недопущення, шляхів недопущення дестабілізації в регіоні. А вот поди в Генічеську, когда российская пропаганда сработала на опережение, они как раз явно говорят о том, о неэффективности вот чиновничьего аппарата, который у нас как бы существует. Вот огромная масса, достаточно большая масса людей, якобы включенных в процесс, дают очень низкий КПД на выходе. Ну, это очевидный факт, и генические события его отлично иллюстрируют. Как с этим, как этому делу противостоять? Я думаю, что нужно делать то, что мы говорили, привлекать людей, то есть делать аутсорсинг. Ну, позицию державы не может работать, например, скажем, отдавать полностью работу приватной компании? Речь не идет о приватных компаниях, о том, что поддать функцию управления государством приватным компаниям. Есть
постановка задач и их выполнение. Понятно, что задачи должно ставить государство. Да? А кто их будет выполнять, их надо вот в риски диверсифицировать. Часть выполняют чиновники, то есть нанятые на работу, а часть привлеченные по подряду люди. Так будет всегда, всегда эффективнее. Потому что, ну, откровенно говоря, управление внешней политикой облдержадминистрации работу с Геническим, ну, провалило. Да? Ну, это же очевидно. Притом звонки оттуда, что ситуация напряженная, шли не первый день. И не перший месяц. Не первый год. Потому что российские войска захватили вышку в Геническом 16 марта 2014 года. И понятно было, что они, мало того, что они вывезли туда оборудование, об этом что-то никто не говорит, оборудование на несколько миллионов долларов, да, новое оборудование вывезли они с этой территории. Потом уже дипломатическим образом их оттеснили к административной границе с Крымом. Но трубы туда шли, это ж ни для кого не секрет, что газ закачивался туда. Ну, как-то надо было это, на это дело реагировать раньше, поднимать эту проблему. Вот ее как-то вот так приспали, и она выстрелила с той стороны. И даже не то, что выстрелила, ее отработать нормально не смогли. Не смогли, как это называется, на нашем языке отспинить правильно. Потому что фактически что случилось? С Крыма вернули наш же газ. Притом преподнесли это как подарок. Сначала украли нам газ, и возвращенный, так сказать, газ вернули в виде подарка. Цікава оцінка роботи районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації. Я могу сказать про обласну, уже сказав, вернее, про обласну государственную адміністрацію, про управління внутрішньої політики. Они сработали не совсем хорошо. Ну, это же очевидный факт. Видимо, нужно менять эту драматургию. Вони також вважають, що вони могли по-іншому, там, ну, чиновники пояснили. Ну, как они могли по-іншому? Как нельзя по-іншому? А как можно по-іншому? Ну, що треба було зробити? В смысле? Вообще, как бы, что... Ну, щоб пояснити людям, от, ну, в перші дні, да, до 6-го, до 4-го числа, да, коли вся країна вже гуділа про це, да, про Генічеськ, на сайті Генічеської міської ради, наприклад, не було жодного пояснення, жодного. Ну, вообще, знаете... Так само, як на сайті обласної, державної, районної, тут, тобто... Тут, как бы, не надо выдумывать, открывать Америку, вона вже давно открыта, формируется какой-то месседж правильный, да? Формируется месседж о том, что нам вернули ворованный же газ. Ну, это же очевидно. И месседж разгоняется, то есть сообщение, событие, концепция понимания процесса, она должна быть сформирована. Кто это делает? Ну, очевидно, руководство этого управления, потому что, ну, кто еще должен, кроме них, сделать? Ну, мабуть, аналитический центр створити в обладміністрації. Его не надо создавать, он должен быть, он обязан быть в управлении внутренней политики. Управление, у них есть четко прописанные функции. А они выполняют функцию пресс-службы. Ну они, да, они выполняют функцию пресс-службы. Это не совсем так. Это разные функции пресс-службы и управления внутренней политикой. Щодо дестабилизации, какие кроки зараз необходимо сделать, чтобы не допустить? Мы видим, что через несколько дней еще наши ЗМИ ничего не сделали. Да? Российские ЗМИ уже ходили по Геническу и снимали там благодарности Путину. Я думаю, что... Мы немножко вот в этом плане отстаем в коммуникационном плане. Ну, как бы из-за давления информационного продукта это одно, а в коммуникационном плане мы немного отстаем. Вот мы не используем мощности Зенбуда, например, которые как есть. Это цифровое телевидение, Т2. У нас вот за два года не смогли поставить передатчик, транслировать радио на оккупированной территории. О телевидении мы уже не говорим. Зато русские смогли в Джанкое усилить мощности и транслировать свое телевидение на территории Херсонской области. Поэтому я думаю, что нужно идти двумя путями. То есть первое, увеличивать число коммуникационных каналов, потому что можно создать гениальную информацию, и ее не будет как доставить до потребителя. Да. Ну, и второе, естественно, создавать месседжи, создавать информационное поле. Ну, это как бы вообще абсолютно базовые вещи, тем более, что делать, это понятно, да. Вообще, как бы, всегда нужно называть вещи своими именами, потому что задача тех пропагандистов – это оторвать слово от смысла. Вот они, вот эвфемизм называется, от отрывания слова от смысла. Вот они разрывают смысл и слово. Они говорят «вежливые люди», там, «зеленые человечки», «люди добрые». Это обычные войска. Они говорят там «ополчение». Какое ополчение? Мы называем ласовцев ополчением, которые воевали на стороне нацистской Германии? Не называем. Мы называем батальон «Русланд» ополчением? Не называем.
Это просто кадровые части вермахта. Точно так же ополчение, которое воюет и на Донбассе, и стоит в Крыму, это никакое не ополчение, это кадровые, это не, вернее, не кадровые, это части российской армии, набранные с местного населения. Называются коллаборационисты. Ну, какие они там, отдельные там воинские сооружения? Ну, это ни о чем. Поэтому, как бы, нужно называть вещи своими именами, показывать, что несет русский мир. Примера у нас достаточно. Например, человеку отрубили в плену руку за то, что у него был на руке тризуб. Известный факт. Но он почему-то известный, так сказать, узкому кругу. Человеку отрубили в плену руку за то, что на ней был наколот тризуб. Мало того, возили на танке, а начал истекать кровью, то только отвезли в больницу. История с Владимиром Рыбаком, которому за то, что он повесил флаг, спороли живот. Депутаты, да, совершенно верно. Да. Где эти истории? Почему их не показывают? То есть нельзя сказать, что люди плохо работают. Просто есть задачи, которые выше их уровня понимания, выше их потенциала. В этом нет ничего так страшного. Ну, люди как бы не равны от природы. Кто-то бегает лучше, да? Кто-то как бы выше, кто-то ниже, кто-то красивее, кто-то некрасивее, кто-то там симпатичнее, кто-то умнее, кто-то не умнее. Люди все разные. Поэтому иногда бывают задачи выше человеческих возможностей, определенных, выше возможностей определенного человека. Вы сказали про агентуру на Донбасі. Що робити з агентурою тут, в Херсоні? Виявляти? А що? І що? І нейтралізувати? Ну, це ж очевидні речі. Да? Ну, що робити з агентурою? Виявляють і нейтралізують? Ну, і ми бачимо, там, я нещодавно бачив агентів впливу, їх всі знають, да, і пропагандисти і так далі, російські гуляють по Херсону. Ну, ви знаєте, как бы, нейтралізація, вона ж буває різна. Да? Ну, так, ми не кажемо про те, що там. Ми ж не говоримо там, про нейтралізацію путем там, отправки туда, где летом ходят в пальто, да, как это было, практиковалось в известный нам исторический период. Не, ну, нельзя сказать, что нейтрализации нет. Все-таки какая-то информационная работа ведется, и все-таки... Ну, бизнес экс-нардепа Журавка працює, приносит ему доход досі. Ну, вот потому что он сидит в Москве там, чи в Севастополе. Ну, я согласен, что надо как бы это дело разрушать. Ну, тут вполне очевидно, что мы не можем допустить, чтобы кормовая база террористов находилась на территории Херсонщины. У нас много вещей не делается так, как хотелось. Может быть, просто еще не пришло время. Возможно, у каждого процесса есть своя инерция, свое время. Вы знаете, как бы, ну, дерево же тоже растет не за один год, да? Правильно? Ну, может быть, просто еще не все так быстро. Хочется, чтобы было быстрее, но не все так быстро получается. Ведь да, просто общественные все процессы имеют какую-то инерцию. Ну, дивіться, пройшло вже з часів провалу Руської весни, да, тут в Херсоні пройшло вже, ну, скоро буде 2 роки. І ми бачимо ще, що більшість пропагандистів тої епохи, да, там, того часу, журналістів працюють досі і не погано. Газети видають. Газети видають. Ведуть антиукраїнську діяльність. Да. Що не так? Чому їх більше, знаєш, що цікаве, чому їх толерують їх же колеги? Ну, не всі, видимо, ті, хто спілкується, вони ще не, как бы, ще не осознав, що цього робити не можна, що є якісь табуїровані речі, що якщо людина ще как бы, не сидить за сепаратистом, не значить, що з ним треба, как бы, йому жити руку. Ну, члени Національної спілки журналістів України, наприклад. Ну, у нас ще багато, не тільки журналістів, у нас ще народних артистів, наприклад, да. Я не пам'ятаю, Ані Горак, по-моєму, народний артист ще, да, України? Ну, видимо, да. Поэтому у нас много вопросов, на самом деле. У нас достаточно вопросов. Ну, досі, наприклад, Валерія Пантелєєва, пам'ятаєте таку особу, пам'ятаю, да? Досі, да, не виключили, він досі член Національної спілки журналістів України. При тому, що ж сидить, ну, в колузі, да, я і могу, пише... Как бы, я з вами абсолютно солідарен, що ці речі, вони, как бы, неправильні. Тобто їх треба виключати. И, видимо, наша передача, наш разговор ведет к тому, что все-таки мы добьемся, что их исключат, и люди, которые войну воюют против Украины, будут... Ну, и воевал тоді, готовалось, фактично, тоже Пантелеев, ну, информационная, да, информационная война – это та же война. Да. Да. Знаешь, ничем не отличается, она, может быть, отличается формой от горячей войны, но это та же самая война, благодаря которой получаются человеческие жертвы, на всякий случай. Да. Без телевизора не было войны на Донбассе, но это же очевидные вещи. Да. То телевизора, там, известные, YouTube, да, известные люди, да, так сказать, пропагандисты прошлого века говорили такую фразу, что пропаганда – это не есть инструмент власти, это и есть сама власть. Вот, ну, видимо, у нас понимание еще к этому не пришло. Поэтому так прохладно относятся к пропагандистам, которые здесь рассказывают с той стороны, и они как бы не перестали ждать русский мир, они просто затаились. Вот вся опасность русского мира, они как бы ее тоже понимают. Вот, ну, это же очевидно. Но они работают на него. Вообще, я
А тут цікаво, до речі, де та грань між свободою і диктатурою? Якщо ми будемо забороняти газети, нам кажуть, там чи... Вона дуже тонка, ця грань, розумієте, тут как бы, нет вот рецептов, как ее остановить. Вот всегда приходится действовать на ощупь, интуитивно. Ну, не существует рецептов, что здесь можно, а здесь уже нельзя. Все это настолько вот тонкая грань, которую всегда приходится выбирать. Поэтому у нас вообще много вещей скрытых. Я вообще считаю, что русская весна здесь не случилась, потому что российская агентура просто разокрала деньги. Вот. Потому что я же помню эти события марта 2014 года, когда наступило страховое событие для них, должны были выйти и захватить здание администрации. Это ж, ну, все бачили. Все же бачили эти фотки. А выйти оказалось некому. Тут и консул приезжал, и, так сказать, и волновался, и деньги предлагал, а выйти оказалось некому, потому что списки туда в Россию, наверное, подавались хорошие, что и тот, и тот, и тот, все готовы, а когда надо было, оказался никто не готов, просто деньги украли. Вот и все, мы не будем как бы показывать пальцами, но мы знаем наших коллег, о чем, можем даже пальцами показать, например, Булавин, такой тут был Александр Булавин, работал все с русскими. Ну, и не местный, но тут ну, да, часто да, приезжал было. Часто, да. Ну, была вот загадка, откуда человек так меняет часто машины, при том машины такие качественные, дорогие, ну, при том, что у него деньги есть. Вот той профессии, к которой он обращался, ну, там какие-то солидные деньги, но, тем не менее, у него они были, да. Очевидно, тоже, как бы, человек получал деньги от Российской, так сказать, Федерации, да, ну, за какие-то свои проекты, да. Поэтому, кроме него, тут тоже в Херсоне были люди, которые нормально там паслись на русском мире, продвигали русскую идею, русскую культуру. Там, вот. Ну, что памятник Потемкина появился? Сильно нужен был херсонцам, не могу понять. Ну, основатель города, все понятно. Ну, там была такая, я не думаю, что тут был злый умысел, больше такая хуторянское бажание. Ну, хуторянское, не хуторянское, да. Но консул сильно, России сильно радовался установке этого памятника. В Одессе Екатерине памятник ставили, тоже ж неспроста, правильно? Ну, их не стало, их відновлювали. Ну, відновлювали, да. В Одессе ж не відновили памятник Башибузуку, да? Почему-то нет. И в Береславе не відновили памятник турецким, так сказать, основателям города. Ну, поэтому тут все ж понятна история. Зрозуміло. Давайте повернемося до журналістики. Що в найближчі роки чекає журналістику? Ми ж бачимо, що ви кажете, газети помруть, вони дійсно відмирають. Ні, ну вони, да? Знаєте, як газети не помруть. Ну, відмирають, їх стають менше, і ми бачимо, що виявилася ситуація, коли нема кому робити інформаційний продукт. Ситуація така, що коли-то в початку віку були фабрики, які випускали великолепні кожані кнути для погонки скота, да? Ну, появление автомобилей, бизнес пропал. Вот с газетами будет то же самое. Поэтому появились электронные гаджеты, устройства, которые позволяют получить информацию молниеносно. Какую информацию вы видите сейчас? Останнее вы стреляете за вообще, тем, что в Херсоне сбывается. Журналистика вообще поменялась. Вот на наших глазах происходит структурное изменение журналистики. Знаете, вот исчезла цензура на выходе. Если раньше цензура была везде. Ну, вообще свободной прессы не бывает, потому что вся пресса зависит от кого-то зависит. Либо от засновника. Если засновника нет, она живет за счет читателя исключительно. Это все равно зависит от мнения редактора. Ну, вся пресса субъективна в той или иной мере. Да. Она зависит от какого-то коллектива людей. Ну, суперобъективной не бывает. Она вся субъективна. Вот большое количество субъективной прессы дает объективную картину мира. И вот журналистика идет к тому, что картина мира все-таки будет более-менее объективной. Потому что исчезает цензура на выходе. Сейчас каждый человек может в соцсетях стать известным, получить там 10 тысяч подписчиков. Да, больше, чем газеты. Больше некоторых газет. Притом для этого ему нужно вложение только собственный ум. Ну и желание писать что-то в социальных сетях. Вот. Или создать сайт, что тоже является недорого, и делать какую-то информацию. Поэтому... Основное отличие с сегодняшней журналистики – исчезает цензура. Ну, нет цензурирования. Само, да, але в той же час падает рівень. Люди перестали вміти писати, де їх не готують навіть в університетах писати, вони не вміють шукати. Тобто зараз журналістика – це пересказ слів чиновників, ну, це в кращому. Я би от з цим ділом не зовсім согласився, тому що уровень журналістики не падає, він став другий. Якщо раніше вчили стилем і жанром, то сейчас жанр тот, который тебя понимает. Вот если тебя понимают, это правильный жанр. Я когда-то занимался спортом, и на вопрос, как правильно ли я бегу, тренер ответил, правильно бежит тот, кто бежит первый.
Вот вся техника бега. Если ты бежишь первый, значит, у тебя лучшая техника бега. Если у тебя много подписчиков, значит, ты отличный журналист. Ты правильно все пишешь. Даже если это стиль такой своеобразный, да, несколько. Вот и все. Чем больше, если у тебя, если газета или интернет-издание или телевидение популярно, значит, они правильно все делают. Есть очень хорошее мерило вот, правильности. Это популярность. Тебя слушают или нет. Все. Можно быть, конечно, такой камерной журналистикой, изображать, что мы пишем в жанре нарыс, да. Но у нас три читателя. Ты, супруга и любовница. И любовница, да. Все. Вот, ну, как бы, и быть в этом деле счастливым. Ну, еще раз повторю, что основной критерий успеха – але это популярность. Але в той же час ми ж розуміємо, що ці, ну, багато журналістів, да, откровенно врут. Да? От відкриваєш ленту, да, і дивишся, що ну, брехня відверта брехня. Я би сказав так, що кожен пише свою правду. Ну просто на цей період времени така правда. Кожен чоловік бачить мир по-своєму. От ви сказали, що я как бы, філософ. Я дійсно увлекаюсь філософією. Є кантовська віч в собі. Да? Що, от, в чому смисл кантовської віччі в собі? Що ми не знаємо, яка віч на самом деле. Ми бачимо тільки її проявлення. От, признаки. Так, але, ну, і кожен бачить признаки по-разному. Люди бачать мир по-разному. Тому, може бути, чоловік іскренне вірить, що це так. То сиділи на прес-конференції дві людини, одна написала свою правду, інша свою правду, да, це очевидно. Тобто, да. У кожного і це нормально. Правда. Це нормально, по-другому не буде. Да. Просто у кожного своя правда. Добре, ви кажете, що є популярність Херсон, візьмемо, да? Є 50 сайтів новосних, да? У яких там від 600 до 2000 читачів. І все це, ну, і у всіх своя 50 правд. Да, так, наверное, є, да, совершенно верно. Каждый дає свою правду. Ну, вообще, правда є тільки у Бога, да, на самом деле, а ми тільки видим явления, і каждый їх воспринимает по-своему. Хто як учился в школі, хто як, кого як воспитали папа з мамою, да, или общество наложило свої отпечатки. Ну, каждый видит свою правду. Поэтому... Да, але, ну, добре, якщо буде декілька правд, вам як спеціалісту потрібна, ну, якісна аналітика. Не завжди ви можете її зробити самі, і для цього існує аналітична журналістика. Що робити, коли вона помре взагалі? Ну, чому? Ну, я не вижу, щоб вона помирала. Да, ну, просто... де, на якому херсонському сайті ви можете прочитати якийсь аналітичний матеріал? От де? А я взагалі, знаєте, я вам скажу так, що тут я би не упирався в херсонський сайт, тому що є общеукраїнські тенденції. Херсон все одно зав'язан на общеукраїнські, общеміровые. Тому він не вискакує з процесу. Він не вискакує з процесу. Нема чого читати, чесно, аналітично. Ну, може, просто тут вже переизбыток інформації є, поэтому таке ощущение стоїть, що нечого читати. Просто, понимаете, в чому може бути сложиться таке впечатление, що народ описує событийность. Внешнее проявление процесса, особо не вдумываясь, почему так, а почему не иначе. Ну, так проще всего. Но раньше, да, ну, навіть в радянській школі журналістів, да, були люди, які писали дійсно і на яких слідкували. Да? Ну, це була пропагандистська, да, зараз ми не можемо назвати цих людей, які, думок яких прислухаються, аналізують, передбачають і так далі. Ну, це загальна світова тенденція, всі так роблять, тільки ми чомусь вважаємо, що має бути 50 правд. Ну, в мире тоже больше, чем 50 правд. И как она у каждого своя. И аналитика – это тоже чья-то правда. Потому что человек видит те события, которые он видит. Вообще, человеческое видение мира очень, очень субъективно и узко сконцентрировано. На самом деле мир намного шире. Ну, это же очевидно. Да. Поэтому аналитика тоже – это чья-то правда. Да. Тоже так же, как видение новости – это тоже чья-то правда. Нет, вот, нет глобальной правды, ее не бывает. Просто мы живем в мире вот, явлений, а хотим жить в мире вещей. Просто вещи сами себе, они непонятны. Ну, может быть, тут сильно заумно сказано, но по факту так. То есть вещь в себе, какая она, мы не знаем, мы никогда не узнаем. От скільки б ми не копали. Ну, от, ні, ну, но інколи, дивіться. Ми можемо сказати навіть більше філософськи. Скільки б ми не копали матеріальний мир, ми все одно упремося в нематеріальні речі.
Например, вот открыли атом, потом электрон, потом протон, да? И так дальше, и опять воткнулись в какую-то нематериальную энергию. Так же здесь, мы не дойдем до правды. Да, его прогнозы збиваються. Газета «Виборча», прогнози збиваються. Чому жодних прогнозів українських журналістів ніколи не збивається? Ну, почему, в смысле, яких жодних? А які прогнози «Виборча» збиваються? Ну, щодо виборів дуже часто, да, проводять. Вони аналізують і дійсно подають інформацію, яка потім збивається. Так у нас теж є, как бы, аналітичні дослідження, які збиваються. Чего, ну, цих роблять не журналісти, наверное. Ну, ким не сделают, ким не сделают. Їх пересказати своїми словами. Когда не за деньги, то, так сказать, когда по чесноку, то що, прогнози збиваються. Що. Соціологія теж дуже багато прогнози збиваються. Ну, почему нет? Все ж понятно, тенденції понятні, да. Что там? Что, неужели, вы говорите, нет аналитики. Вот возьмите Дмитрий Корчинский, да? По-моему, в 2006 году делал прогноз, что Крым будет отторгнут. Прямым текстом указывал, что Грач, Симоненко, это агенты российского влияния, получают деньги оттуда. Ну, произвел свой прогноз. Это хорошая аналитика у Дмитрия Корчинского? Дмитра Корчинского, да. Ну, вот видите, все-таки есть эксперты. Но, на жаль, он не журналист. Ну, как не журналист? Ну, что не журналист? Он на Фейсбуке пишет, значит, журналист. А где у нас критерии журналиста? Корочка или что? Или значок спилки журналиста? Мне предлагали в спилку журналиста вступить, я отказался. Зачем? Ну, зараз бы были с поважными людьми разом с Пантелеевым. Я как бы и так хорошо себя чувствую. Я вот всегда помню вот слова с мастером Магритой, когда два бойца пытались войти в буфет, да, и им говорят, где ваше удостоверение? Говорят, а у Достоевского было удостоверение? Вот я понимаю, ну, мы как бы Достоевский это слишком высоко, но я тоже никогда не гнался за какими-то удостоверениями. Зачем? Ну, вот честно, да. Мне оно было не нужно. Да. Я не считаю, что журналист тот, у кого есть корочка. Ну, корочку можно сейчас вообще сам без вопросов. Да. Ну, сделай корочку и будь журналистом. Журналист – это все-таки профессия какая-то, призвание, видимо, больше, чем профессия. И в тот же час вы плутаете, кажете, что может быть журналистом даже той, кто… Ну, они… Бреша. Ну, не брешет, они дают свою правду. Да. Что значит брешет? Ну, у него такое видение жизни, что значит, ну, просто… Он так видит мир. Ну, что значит бреше? Ну, зрозуміло. Ну, он так видит мир. Дякую вам за дуже плідну і цікаву бесіду. Сподіваємось, вона буде не останньою. Дякую за увагу. До побачення.